Наступившая неделя в Красноярске будет по-летнему теплой. Как и предполагали специалисты гидромедцентра, бабье лето будет ранним. С понедельника по воскресенье воздух прогреется до 22-25 градусов. Небольшой дождь синоптики ожидают только в среду. Все остальные дни будет ясная погода с небольшой облачностью. Теплее станет и по ночам, с 7 градусов во вторник до 10 к четвергу. Самым теплым днем станет суббота, 24-25 градусов выше нуля, а ночью плюс 10. Начиная со вторника и до конца недели по центральным районам осадки ожидаются только по западу территории, по Ачинской и Енисейской группе районов, местами небольшие дожди. На остальной территории центральных районов осадков не ожидается. Температура в дневные часы в первой половине недели днем 18-23 градуса, а во второй половине недели 22-27. В южных районах осадки ожидаются в первой половине недели. Местами небольшие умеренные дожди, во второй половине недели без осадков. Преобладающая температура воздуха днем 22-27 градусов. Ночные часы по центральным и южным районам. В начале недели температура от 6 до 11 градусов, во второй половине недели от 9 до 14.